Всем добрый день. Погода отвратительная. Ну, что-то около нуля. Переходом на плюс. Я веду бетонирование. Ну, что сказать. Хотел сделать все, но, похоже, дай бог, сегодня успеть заднюю стенку забетонировать разный блок с каркасом. Времени нет, уже 12 часов. Условия дикие, в которых это все делаю. Сейчас покажу. Быстренько. Потому что времени осталось тут 3 часа. Ветер. Так, вот такие лисьи норы я делаю. Это вот, чтобы достать песок. Вот одна лисья нора. И вот вторая лисья нора, чтобы достать щебень. Думал, не пробьюсь. Не, пробился. Там еще есть, не замерзший. Ну, как меня учили еще в техникуме, раз зимой, то надо противоморозные добавки, я ее купил, она есть. И также подогретые инертные материалы. То есть, постелил плащ-палатку в бане и туда заношу немножко отогреться песок, щебень. Вода горячая с бака, добавляю, как я сказал, противоморозную добавку и бетонирую. Вон, слышите, бетономешалка уже идет. Работает. Так, ну, подниматься наверх не буду. Ничего интересного там нет. Единственное, что покажу, это я уже подготовил нарезать шпильки, чтобы вбивать туда в бетон. Вот так поднимаю наверх. Таким приспособлением. Пробовал 2 раза по лестнице. Ну, руки обрываются, это лучше. Так что как-то вот так. Времени нет. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал.